Приветствую любителей спецтехники. Приветствую подписчиков. Это будет коллега, молодой товарищ. Молодой товарищ, он еще недавно вот погрузчик взял. Как бы опыта у него мало. И я писал, что у меня на погрузчике, на моем ТНВД, короче, накрылось. По ходу рейка топливная заклинила. Я тут перед праздниками 2 числа приехал. У меня что-то на светофоре начал глохнуть. Ну, на холостых оборотах погрузчик. И на утро стал заводить. Он меня как дал обороты. Короче, в разнос пошел погрузчик. Я, естественно, там уже ничего не снимал. Там все минуты решают. Какой минуты там? Секунды. Потому что и ладно, хоть погода была, температура. Если бы мороз был, да, не исключено, чтобы клинунул бы он там, наверное. Все, увидел, что газулька там это уже не реагирует. Соответственно, я уже опять в кабину. Старая куртка была. За ней. Быстро куртку. Короче, я около 2 минут я это дело все уложился. Колпак скинул. Заткнул. У меня куртку сразу чук всосало. И движок сразу захлебнулся. И на малых стоит. Вот-вот должен заглохнуть, да, вот на малых вот тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Молотит, короче, так стоит. Ну, я гидравликой немножко отжался и все, заглушил. Ну и, короче, ТНВД мы в тот же вечер... Нет, мы сняли на другой день. И как нажло, уже не день, а под вечер мы снимали. Снегопад. Уже темно было. Снять это НВД как бы быстро, а вот форсунки еще снимали. 5 форсунок кое-как сняли. 6-ю мы обломили. Уже снимали ее на другой вечер, как бы уже тоже. Ну и ТНВД отвез, как бы в организацию отдал, на стенд все. Ну, праздники сделаю только после праздников. То есть завтра уже начну делать. Не знаю. И вот едем на базу. Сначала мы ближнюю базу сделаем, где я ночами работал. А потом поедем на дальнюю базу. Сейчас мы тут встречаемся на заправке, на Башнефти. Вон там уже, наверное. Здорово. Че, выспался хоть? Поспал хоть? Фиг, да. Тяжело будет. Сейчас смотри. Вот это парковка наша. И вот это вся дорога. Я вот обычно, первым делом беру вот этот ворот сюда, как бы на себя сгребаю. Ну, до отсюда где-нибудь. Как бы так сюда, креном так, раз-раз. Все, это тоже на себя тоже сгребаем, вот эту площадку. Тоже как бы сюда, потом жопой туда ушел. И вон туда все это. И тут тоже дорога. Тут вот бортики есть, бордюры. Ну, нащупать надо, где-то они. Ну, больно, не старайся до бордюров. Где-нибудь так вот пройдешь. Это все на ту кучу надо. Вот там, да, там бордюрчики есть. Они вот так вот идут. Вот так. Вот так бордюры идут. И так.
Здравствуйте. Что-то все новенькие и новенькие. Да ни в какую не могу сумку закрыть. А что, не закрыли? Закрыла. Тут... Ни в какую все. А что ты делай? Прожектор один только горит. Все, это тоже можно открывать. Так, больше туда налево не заходи. Там, потому что блоки лежат. В том году здесь не было парковки этой. Потом вот этого здания не было. Я территория больше была здесь. Сейчас здание поставили. Но опять крышу снег начнут это, скидывать, сырой снег. Опять же вызывать будут. На самой территории базы зайдешь, так к зданиям близко не прижимайся. Там профнастилы у них эти листы. Они как фольга, блин. Вот уже вроде погрузчик, да, тоже самая та же модель, а вот уже чувствуется, что уже характер у машины другая, ну другой. И звук немножко мотора другой. У тебя как-то немножко глуше мотор, непонятно, короче. Нет, такая же выглядит. Но у меня дребезжит она по-черному. Хер поймешь. Немножко по-другому, ага. Вот этот дверь забежит, когда он тебе плохо нравится. Еще, наверное, эти у тебя там этот. Я купил, я полностью примерно группу здесь, пилотекса здесь, полностью все снимал. Ну я тоже делал. Я из Олона практически делал. Я это немножко добавил. Тут бортик осторожнее. Ну его нащупаешь, он еще такой нормальный, высокий бортик. Все. Здесь больно, это чисто и не надо. Гостевая парковка. Все, тут выкидывай. Там газовая труба, нахуй. Камера Дина попадет еще в ковше. Так вот, да, не чувствуются вибрации же. Ну, вот так вот. Видишь? Ну. Сложно сочинять. Вот сейчас тебя пробьют, так давай не ага. Что там, подшипник как еще нет? Подшипник, наверное, должен быть. Подшипник только там, да? Мы разбирали же уже, я вот не помню я точно, так должен быть. Подшипник, потом посадишь на место, наверное, разбитое, блин. Если не сам подшипник, так хрен его знает. Точно не скажу. Я сейчас, знаешь, я уже в последнее время я сам уже стараюсь не ковыряться. Надоело, честно говоря. Бровки немножко убери, и все тут нормально. Наверное, уже последний снег. Хер его знает. Хотя тоже погода у нас. Сюрпризов-то может навести.
еще одна бровочка посередине и все. Сейчас сюда машину загоню. Фу, жарко у тебя тут. Что-то я не пойму. Интересно, конечно. Все, парковочку сделали. Сейчас это в ту кучу он столкает, вот эти вот дорожку. И все, и идем туда. Это как-то интересно, у него ковш. Интересно, ковш сдирает. Где-то так вот. Прохладненько на улице, градусов, наверное, 12 где-то. Потом можешь туда и сюда. Можешь задом туда сдать. Задом можешь туда сдавать, и это все сюда. Ну почти как я работаю, парень. Молодец. Сейчас еще с тобой прокачусь маленько, объясню. Ну ты, наверное, смотрел видео, так знаешь, что, как я тут делал. До угла этого здания идем, я обычно до угла дохожу и снег кучкую там. Слишком не прижимайся. Когда второй проход сделаешь, можно поближе будет прижаться. Потому что сейчас больно большой отвал идет. Я тогда замял тут, блин, здесь или там замял. Ну что, он это, говорю, фольга. Вот я делаю здесь кучу на углу.
здесь кучу делаю, все, оставляю тут. Потом, когда оттуда пойдешь, тоже сюда же. Здесь кучу, на том углу кучу, главное, хоть газели нету в этот раз. А потом увозить надо будет. Увозить надо будет вот за это здание туда. Тоже покажу потом. А утром куда едешь? Вот во дворы, пораньше еду я. От ЖКХ? Да. Ну, в Томского, там очень. Ага. Пенсионный фонд, или как там называется? Есть такое. Да, то есть по сутам хочется с большим фондом. Здесь тоже я делаю от этого здания на себя, как бы сюда вытаскиваю, на себя беру. Ну смотри сам, как тебе удобнее. Просто я вот делаю вот здесь кучу, все равно лучше не сделаешь. И там кучу, а потом уже, когда все почистил, уже начинаю чисто уже вывозить. А, блин, надо еще будет пробить дорогу. Я в последний раз, когда ездил, мне там кабеля оставили, кабеля мешали. Я кучу там оставил посередине дороги, надо будет ее лопатить. Я лучше ну поближе немножко, ладно? Ну так, чтобы ровненько было. Слишком близко не надо, ну ровненько просто. Там тоже мне сторожа сделали подлянку. Вот эти перила есть. Он как-то лестницу поставил перилом, я чуть-чуть прижался и перила снес, блядь. А перила к стене прилеплены. Там плитка. Тоже слишком не прижимайся. Здесь бетонка, но ты слишком сильно не бьешь, ничего. На той бате вот стыки есть такие, что, блин, неприятно, когда втыкаешься. Так, сейчас вот. Блин. А, ты на себя делаешь? А, ну. Понял. Спокойно, не торопись. Сейчас смотри, надо вот эту дорогу сейчас пробивать туда. И там вот куча посередине, ее надо. Сейчас, давай, залезу. Я ее там в тот раз до конца не смог. Из-за кабелей. Снега нехило. Левую не прижимайся, старайся немножко правее. Здесь канава слева. А, ну по старой видно, по старой метке. Видишь, где она? Ее надо туда толкать. Придется лопатить, наверное. Ну что, идет нормально. Давай. Не выпачил я, а? Освежался. Все это было неделю. Две назад, да, наверное, было, когда я тут полу сняла. Я бы тут ее оставил. Она все равно
снег вытащили. Родную дорогу тут, она даже до земли берется, эта дорога, и колеса зацепят лучше уже. Давай. Все, не ходи далеко. Земли надо брать. По максимуму брать надо. Как бы ширину ковша держишь, все, расширять не надо. Хорош, хорош. Снег обманчивый. Когда погрузчик начинает прыгать, лучше остановиться и уйти назад. А то жопу увязнет и все, понимаешь. По максимуму, если идет, так идет, хер с ним. Кровь немножко опускай. Немножко осталось. Главное, чтобы под колесами слой снега не оставался.
Может, пойдем прогуляемся, я покажу, расскажу и уеду, наверное, пока. Потом приеду. Чего тут торчать ко мне? Тут как бы все нормально. Так, здесь, вот здесь идет у них, вот вдоль этого иди, дальше не заходи, здесь у них канава. Я тоже сюда залазил уже, еле вылез, глубокая. Это не трогай, не надо. Здесь тоже пойдешь оттуда сюда в гору. К забору близко не прижимайся, у них тут стоят эти, ну сам знаешь, упоры, блядь. Вот так вот держи и все. Дальше не надо заходить. А, вот я вот эту смесил уже, эту задевал. Вместе с плиткой снесло. Стучало. Тоже близко не прижимайся, лучше так вот где-нибудь. Да, надо. Желательно вот на такое расстояние. Ты когда берешь забор, здесь можно нормально, а вот там вот забор. Слишком близко к забору снег не прижимайся, забор шатается вот это. Самая эта херня. Ну и все, как эта куча последняя останется вывозить, мне звони. Ладно. Я приеду. Все, понятно, да. Ладно. Тихонечко работает, последняя куча осталась. 2.5 часа. Давай до 3 тут. Время сейчас 37 минут. До 3 чтобы. Ну 3 часа, чтобы было. Ну, здесь сказали только вот эту вот площадку всю. Чистим и все. Ну, вот, там дорожку сделаем. Ты перекусывай-то, взял с собой что-нибудь? Поешь, я поработаю маленько. Ко мне в машину садись. Так, короче, ребята, Володя подменил маленько. Парень пускай отдохнет. Перекусит. Да, немножко неудобно, у него кресло другое стоит. Кресло повыше и как-то ближе к рулю. Мне педали как-то близко для меня. Рычаги. У рычагов немножко ход свободный больше. Что-то подъем стрелы с вибрацией идет. Такой чувствуется небольшая вибрация. Ну все, я уже к погрузчику уже привык. Все, я его понял. Поймал ковш. Рычаги, вот свободный ход немножко больше, чем у моих. То есть чувствительность рычагов уже немножко другая. А это немаловажно.
Да, давно я на других погрузчиках не работал. Лет 5 уже я на другие погрузчики не садился. Непривычно, я еще отвык в сапогах-то работать на погрузчике, в ботинках, в обуви. Я привык в носочках. Я говорю, у меня между... Ну, похолодало, да, на улице. Градусов 15. Сейчас вот сюда спучкуем, потом передвижечку туда на угол и уже с угла в ворота. Сразу. Он сразу туда. Ну я тоже так делаю, когда большую кучу тащишь, чтобы уже не останавливаться. Заканчиваем уже тут. Шести надо товарищу, еще на один объект ехать. Время уже 10:05. Хотя бы до 5 надо успеть. Но нам там еще надо. Там еще минут 15, наверное, потеряю времени. Молодец! Что далеко возить? Бровки соберет, а потом все вместе уже туда загонит. Все, отработали. Вон он поехал. Итого 5 часов плюс час дороги. И то все на скорягу тут получилось. Ту базу более-менее. Там по мелочам там еще осталось, ну на полчаса там еще работы оставалось, ну ладно, это я здесь потом доделаю. Ну здесь вот еще на часик работы, на полтора, ну самое основное сделали. Вот Володя просто надо ему на объект к 6, а время уже 6 час, а мы тут на отшибе. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Пишите, лайкуйте.